немножко, иногда у нее не хватает резвости, она получает штрафные очки за превышение контрольного времени, а так едет чисто. Как это было, кстати, на прекрасной кобыле дочери Кассини, незабвенной Камелиса. Посмотрите на эту всадницу, а чуть позже я вам скажу, сколько ей лет. Это американка Марги Голштейн Энгли, 11-летний Ройс. Крупная очень лошадь и очень некрупная, мягко скажем, всадница. Пока у американцев двух нулей нет. Это очередной шанс. Ну вот калитку этот чухонец злосчастный, тоже не получилось. Через одного валит. Очень неприятно стоит. Все остальное отрабатывает, и я думаю, здесь в этой связке тоже проблем не будет. Хорошо попало и вперед так и выпрыгнуло. Отлично. Очень неплохо. Очень неплохо. Ветеран американского конкура. Не будем уточнять, сколько ей лет, но лет ей много. Старше нее из женщин в конкуре не прыгает в мире на этом уровне никто. Ну, сама Марги как раз из Майами, всадница очень стабильная. Напомню, что в составе сборной команды Соединенных Штатов Америки она дважды становилась победительницей